Это «Битва мнений» на Хабар-24. Я Каежан Смагулов. Здравствуйте. В прямом эфире мы ведем цивилизованные дискуссии на актуальные темы. Спорим активно, но по правилам жестким, но справедливым. Поехали. За один день завершился прием заявок на ипотеку «Умай» без предварительного взноса. Из-за высокого спроса средства, выделенные на кредитование, закончились уже на старте. Хотя принимать заявки планировали до конца года. Напомню, ипотечная программа разработана специально для работающих женщин. Для начала давайте посмотрим небольшой материал. Женскую льготную ипотеку «Умай» в Казахстане запустили в апреле прошлого года. Гендерную программу разработали по нескольким причинам. Во-первых, казахстанки сами неоднократно просили специальный проект с первоначальным взносом в 20% и условием, что жилье можно купить на вторичном рынке. Так, многие матери могли бы выбирать квартиру возле места работы, а также необходимых школ, детских садов и образовательных центров. Во-вторых, почти половину заемщиков по ипотеке представляют женщины, а в кредитном портфеле от Басыбанка и вовсе доля заемщиц превышает мужскую по сумме займа и по остатку задолженности 57% против 53%. В самом банке также отметили ориентир на продвижение гендерного равенства в жилищном финансировании. Но эта программа вызвала споры в социальных сетях. Нужна ли специальная льготная ипотека для женщин? Насколько все это отвечает вопросам гендерного равенства? Да, нужна, отвечает Маржан Ордабай, известный телевизионный продюсер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ответ «нет» будет отстаивать Шаймерден Байтуганов, юрист. Добрый вечер. Добрый вечер. Что ж, уважаемые участники, давайте я вам объясню правила нашего проекта. Я буду предоставлять каждому из вас по одной минуте. За это время вы должны изложить свою точку зрения, причем выходить за рамки временного лимита категорически запрещено. Также нельзя мешать своему оппоненту в ту очередь, когда он выступает. Если вы начнете перебивать вашего соперника, хотя вам кажется, что он не прав и так далее, я буду вас штрафовать. Также я буду вас штрафовать, если вы будете нарушать временной лимит и говорить больше, чем на это отведено, то есть одна минута. Каким образом я буду вас штрафовать? Я буду отнимать у вас определенное количество голосов телезрителей, которые будут за вас отданы. Потому что именно вы, уважаемые телезрители, решаете, кто прав, а кто нет. И, соответственно, можете звонить на один из указанных номеров телефонов. Это абсолютно бесплатно, неважно, какой у вас оператор. Вы можете звонить даже из региона, с городского номера. Это, напоминаю, абсолютно бесплатно. Итак, начинаем раунд первый. Введение. Поехали. Что ж, госпожа Ордабай, вам, так сказать, как леди, так сказать, пропускаем вас вперед. Поэтому ваша минута на то, чтобы вы изложили свою точку зрения, почему вы считаете, что льготная ипотека для женщин все-таки нужна, важна и должна быть, как она есть. Эта минута начинается прямо сейчас. Льготная ипотека для женщин, особенно с детьми инвалидами, она крайне необходима на сегодняшний день в нашей стране. На сегодняшний день в нашей стране, согласно статистике, мужчины все равно продолжают больше зарабатывать в нацкомпаниях и в квазигосударственных секторах. На 30%, на 20%. И потом, давайте далеко не будем ходить. Мы, женщины, сейчас после работы придем домой, мы будем продолжать уборку, стирку, готовку, глажку, подготовку на завтрашний день. Что будут делать мужчины, пока женщина готовится на завтрашний день, готовит с детьми уроки и так далее и тому подобное. Особенно эта ипотека необходима для женщин с детьми-инвалидами. У меня еще есть время? Буквально 5 секунд. Ну, в общем-то,
Я понимаю, что мысль свою вы закончили. Хорошо, спасибо большое. Что ж, господин Байтуганов, настает ваша очередь отстоять ваше мнение. Почему вы считаете, что, так сказать, не стоило создавать отдельную специальную льготную ипотеку для женщин? И ваша минута начинается прямо сейчас. Ага. Ну, считаю, что в первую очередь нарушаются права граждан. В первую очередь, конечно, мужчин. Почему? Потому что мужчины наравне с женщинами тоже имеют право получать такое же льготное кредитование. Значит, ну, не надо говорить, значит, что именно мужчины, которые работают в нацкомпаниях и так далее, и для этого нужно создавать условия женщинам, какие-то линии открывать и тому подобное. Я считаю, что должно быть равенство. И считаю, что банк уходит от цели кредитования. Для чего создавался вот Пассивбанк? Он создавался для того, чтобы создать условия всем гражданам Республики Казахстан одинаковые условия. А сейчас, понимаете ли вы, открыли специальный проект для женщин. Считаю, что это недопустимо. Мужчины должны тоже иметь права. Давайте, у меня предложение есть, тогда откроем, значит, программу «Баттер», допустим. Почему бы и нет? Сейчас... Стоп, прошу прощения, увы, время завершилось. Что ж, я напоминаю, уважаемые телезрители, что именно вы решаете, кто в этом споре прав, а кто нет, и звоните на один из указанных номеров телефонов. Если вы считаете, что права госпожа Ордабай и действительно такая ипотека, которая уже есть, напомню, она нужна и важна, звоните по номеру телефона, указанному в синем секторе. Если вы поддерживаете мнение господина Байтуганова о том, что гендерное равенство должно быть полным до конца, то звоните по номеру телефона, указанному в красном секторе. И первые результаты, первые голоса, которые были отданы за госпожу Ордабай, проголосовали 211 человек. Мнение господина Байтуганова поддержали 96 телезрителей. На этом мы завершаем первый раунд и переходим к раунду номер два. Вопросы и ответы. Поехали! Правила этого раунда очень просты. По очереди вы будете, уважаемые гости, задавать друг другу каверзные вопросы для того, чтобы поставить вашего оппонента в тупик. Время на вопрос я не засчитываю. В этот момент таймер мы не включаем, но прошу быть максимально кратким. А вот время на ответ мы как раз-таки замеряем. Не более одной минуты. Только что речь держал господин Байтуганов, прошу прощения, и, значит, именно вы будете первым задавать свой каверзный вопрос. Прошу. Ага. Вопрос заключается в следующем. Почему вот из вашего выступления я заметил, что здесь идет речь про мужчин, которые работают в нацкомпаниях и тому подобное. Я хочу говорить о тех мужчинах, значит, которые работают разнорабочими, таксистами, в тяжелых условиях работы, там, шахтеры и тому подобное. Или еще о тех лицах, которые, допустим, не могут получить кредит ввиду каких-то там обстоятельств, ну, простыми словами, банк отказывает. Теперь вопрос, почему вы именно считаете, что нарушаются права женщин, поскольку они там сидят там дома и так далее, а мужчины работают в нацкомпаниях все и получают хорошие солидные заработные платы, и ввиду этого нужно открывать эту программу и защищать, значит, интересы этого проекта. Хорошо. Итак, ваше время на ответ, госпожа Ордабай, начинается прямо сейчас. Ну, во-первых, не каждому человеку, так скажем, простому смертному, легко попасть в нацкомпанию. Для этого нужны или хорошее образование, или хорошие связи. Давайте не будем скрывать. Что мешает разнорабочим, нашим простым таксистам, элементарно, я сама езжу на такси каждый день. Что им мешает элементарно заняться самообразованием, образованием и расти вверх? Им абсолютно ничего не мешает. Они таксуют, вот потому что они не хотят, эти мужчины, развиваться. У нас 300 тысяч мужчин, которые не платят алименты. Как этим женщинам жить, как этим женщинам одевать, кормить этих детей и снимать это жилье? Это мужской поступок, когда
сам мужчина избегает своих собственных детей. Стоп. Время. Что ж, госпожа Ордабай, ваше время, точнее, ваша очередь на то, чтобы задать каверзный вопрос господину Байтуганову. Опять же, я не буду засчитывать время на вопрос, но прошу быть максимально. Имя можно? Шаймердин. Шаймердин Байтуганов, да. Шаймердин, скажите, пожалуйста, каким образом вы появились на этот свет и сколько сидела с вами ваша мама? Одну минутку. Это был вопрос. Конкрет. Да. Все. Хорошо. Ваши 60 секунд на то, чтобы ответить на этот вопрос, начинаются сейчас. Каким образом? Ну, так Бог предопределил, что я появился на свет. Мама меня родила. Сколько времени она с вами сидела? Прошу прощения. Прошу прощения. Предупреждение, госпожа Ордабай. Вторая часть вопроса. Сколько времени с вами сидели, да? Ну, она не сидела, как бы она воспитывала меня, то есть вкладывала в меня. То есть в отношении матери у меня никаких претензий нет. И вообще в целом в отношении матерей Республики Казахстан у меня претензий нет. У нас самые лучшие матеря. У вас еще 20 секунд. Угу. Ну, что? Ну, я не знаю, почему задается такой вопрос, но я полагаю, что... ввиду того, что сейчас нарушаются права женщин из-за этого. Но я считаю, что права женщин достаточно защищены в нашей республике. И при всем при этом почему-то говорят... Стоп! Время закончилось. Что ж, уважаемые гости, для того, чтобы более, так сказать, подробно проиллюстрировать эту тему, мои коллеги подготовили небольшой материал об условиях как раз-таки этой самой действующей ипотеки УМАЙ и объемах кредитования. Давайте посмотрим. В Казахстане проживает более 10 миллионов женщин, что составляет больше половины населения страны. В то же время средняя зарплата у женщин на 22% ниже, чем у мужчин. При этом, если казахстанки на руководящих должностях получают на 12,5% меньше, то в сфере промышленности, строительства и транспорта разница достигает почти 70%. Исходя из этого, Отбасыбанк при поддержке Азиатского банка развития запустил проект женской льготной ипотеки. Всего Азиатский банк развития выделил 38 миллиардов тенге. По первому траншу выдали 954 кредита на сумму почти 8,5 миллиардов тенге. По второму – 1120 кредитов на 14 миллиардов. Важный фактор – заемщицы должны работать. Декретниц и безработных не кредитуют. Программа разработана для женщин с более высоким уровнем дохода, которые хотят приобрести уже второе или третье жилье. Максимальный доход семьи должен не превышать 640 тысяч тенге. Срок до 25 лет. До конца года ипотеку можно было оформить без первоначального взноса. Однако прием заявок уже завершен. Из-за высокого спроса выделенные для кредитования средства закончились за один день. Итак, это проект «Битва мнений». Мы обсуждаем вопрос, нужна ли в Казахстане отдельная специальная льготная ипотека для женщин. Напомню, что она действительно существует, но это, так сказать, иногда ставит вопрос о не нарушается ли в данном случае принцип гендерного равенства. Что ж, только что отвечал господин Байтуганов, и у вас есть еще одна возможность задать вопрос вашему оппоненту. Спасибо. Вот из ролика следует, что женщины, то есть, которые хотят уже приобрести, ну, имея квартиру, могут вторую и третью приобрести. То есть мы видим цель проекта какова, да, то есть это достаточно самодостаточные женщины, которые хотят уже не только улучшить, а уже 3-4 квартиры купить. А вы не подумали о тех мужчинах, которые кормят, содержат семьи, но еще не имеют, значит, недвижимости, ни одного жилья не имеет. Хорошо. Мы говорим о этих мужчинах. Одну минутку. Я просил очень коротко формулировать вопросы. Спасибо большое. Что ж, вопрос понятен. Итак, ваши 60 секунд на ответ начинаются сейчас. Ну, во-первых, я не думала об этих мужчинах. Я сама женщина, я сама воспитывала одна своего ребенка. Да, мне помогал бывший супруг, я не скрою. Но на сегодняшний день, как бы я ни хотела, у меня неплохая зарплата, как бы я ни хотела,
у меня нет возможности с моими доходами улучшить мои жилищные условия. Потому что пока ребенок учился в школе, у нас были все вот эти кружки и так далее и тому подобное. Сейчас она студентка, это идет оплата за учебу. Здесь, я считаю, все равно мужчины, они сильнее, и им у вас более свободного времени. И если у мужчины нет квартиры, ну, допустим, грубо говоря, давайте возьмем к 40 годам. Стоп, прошу прощения. Но мысль примерно понятна, что это примерно его проблема, по большому счету. Хорошо. Что ж, госпожа Ордабай, ваша очередь задать вопрос господину Байтуганову. Напоминаю, что не стоит его разбивать на 2-3 части, потому что у вас не будет возможности дозадать этот вопрос. Когда начнется минута господина Байтуганова, вам вмешиваться уже будет нельзя. Один вопрос. Слушаю. При рождении ребенка женщина уходит в декрет. И теряет минимум по 3 года, по закону РК, 3 года, находясь в декретном отпуске. Соответственно, за это время мы теряем где-то квалификацию, выпадаем из поля своей рабочей деятельности. Вам не кажется, что с каждым рожденным ребенком процент должен снижаться для женщины? Вот у нее 10 детей, значит, она получает по нулевой ставке. Вот у нее 7 детей, значит, ну там она чуть-чуть оплачивает. Принцип понятен. Принцип понятен. Имеется в виду, что каждый ребенок для женщины – это, грубо говоря, часть потерянного трудового стажа. Каким-то образом, стоит это компенсировать, для этого была придумана в какой-то степени эта программа, поскольку она как раз-таки для работающих женщин. Может быть, стоит эти условия развить и сделать их еще более льготными. Вы это имели в виду? Хорошо. Господин Байтуганов, ваше время на ответ начинается сейчас. Ну, знаете, если честно, я как бы не против всех этих предложений и тому подобное. Здесь речь идет о том, что именно для женщин разработали эту программу. Мы хотим, чтобы данная программа действовала и для мужчин, которые, допустим, хотят приобрести, там, улучшить и так далее. А при таких обстоятельствах, получается, будут нарушаться права граждан, а у нас в стране права граждан должны защищаться наравне. То есть, если банковские кредиты выдаются, то должны и женщинам выдаваться такого рода, и мужчинам. А при таких обстоятельствах мы видим, что что-то здесь система неправильно работает, и это чревато последствиям. Вы закончили? Да. Хорошо. Стоп, время. Итак, я думаю, что на этом можно завершить второй раунд вопросы и ответы и перейти к раунду номер 3. Итоги. Поехали. Что ж, как понятно, я думаю, из названия, этот раунд, он, собственно, завершает наш выпуск. И каждый из вас, уважаемые участники, должен будет, ну, скажем так, подвести итог и указать, может быть, в чем именно неправ ваш оппонент и что именно в его, логике кажется вам неправильным, изъяном и так далее. Что ж, госпожа Ордабай, а как получилось по очередности в этой программе, первое слово держите вы. И ваши 60 секунд начинаются сейчас. Мы живем в мирной стране. У нас нет мобилизации, как в соседней стране. У нас нет большой конкуренции, как в Китае. У нас всего лишь 20 миллионов с копейками. И я думаю, абсолютно ничего не мешает нашим мужчинам 30 годам в ипотеку приобрести квартиру. Не обязательно это крупный мегаполис. Задача женщины испокон веков по природе была рожать детей, воспитывать детей, а у мужчин приносить добычу в дом. Поэтому нашим мужчинам мешает только одно – лень и нежелание. Вы закончили. Хорошо. Что ж, господин Байтуганов, ваша минута на то, чтобы подвести итоги, подвести черту, так сказать, начинается сейчас. Спасибо. Ну, из программы, из, значит, этой кредитной линии, так скажем, да, у Майи видно, что она предназначена для женщин, которые имеют
очень хороший, солидный достаток, значит, зарабатывают хорошо, которые 2-3 квартиры хотят получить. Я хочу затронуть и сказать то, что нужно создавать условия не то, чтобы получить 2-3, а наравне с гражданами, чтобы все получили квартиры. Потому что на сегодняшний день из СМИ мы видим, что не все получили квартиры, постоянные митинги и тому подобное, в которых следует, что жители до сих пор не могут получать свои, значит, квадраты, которые, ну, предусмотрены законом и тому подобное. Так что я считаю, что необходимо, если что-то разрабатывать, то и не забывать и права, значит, других граждан, в том числе и мужчин. Стоп. Хорошо, давайте подведем итог. Мы прекращаем прием звонков. Итак, за мнение госпожи Ордовой проголосовал 631 человек. Точку зрения господина Байтуганова поддержали 467 человек. На самом деле разрыв не такой уж большой, но я думаю, что на этом действительно можно поставить точку. Итак, это был проект «Битва мнений». Увидимся в следующем выпуске. Всего доброго.